Орловский бриллиант претендует на новый титул. Владислав Туйнов может пополнить свою коллекцию поясом чемпиона мира по версии А1. Бой пройдет в пятницу 19 октября во французском Лионе. Орловскому кикбоксеру предстоит встреча с чемпионом мира и Европы по французскому боксу Сават Людовиком Милетом. В случае победы Туйнов разыграет титул с победителем второй пары Йохан Басижур Франция, Дино Казар Бельгия. Бой также пройдет в рамках вечера. Регламент турнира 3 раунда по 3 минуты. Все поединки пройдут в один день.